Привет, друзья! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с аккумуляторным ударным гайковертом Makita TW141D, платформой компактного 12-вольтового инструмента CXT. Узнаем его характеристики и протестируем его в работе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки к этому видео, и мы начинаем! Makita TW141D предназначена для работы с ударными головками 1/2 дюйма при закручивании или откручивании крепежа, такого как болты, гайки, глухари. Важная особенность, что при работе ударным гайковертом у вас нет давления на кисть, и вы можете без особых усилий закручивать крепеж с высоким моментом. Makita TW141D оснащен щеточным двигателем. Максимальный крутящий момент 145 ньютон-метра. TW141D поставляется в двух комплектациях: Z – картонной коробке с дополнительными аксессуарами, без аккумулятора и зарядного устройства. Также есть полная комплектация с аккумуляторами и зарядным устройством в фирменном кейсе. Можно выбрать один из наборов ПСК, либо воспользоваться аккумуляторами от других инструментов платформы CXT. Набор таких функций, как металлический корпус редуктора, возможность регулировки скорости вращения, реверс, металлическая клипса, подсветка рабочей зоны делают работу с гайковертом максимально комфортной и производительной. После работы с TW141D могу сделать вывод, что это сверхкомпактный и ударный профессиональный гайковерт, который справляется со своими задачами на ура. Минимальный вес и габариты делают работу с инструментом комфортной. Ознакомиться со всеми инструментами вы можете на официальном сайте makita.ru. Ссылка в описании. Задавайте свои вопросы в комментариях и увидимся в следующих видео!